Сегодня в программе. Бросай ты свою жену. Как бы ты ее не любил, как бы ты к ней не относился, она тебе не нужна. Зачем? Она же москвичка. Она к нам относится как к разменному товару. Она считает нас приезжими. Малютина Нина считает, что муж женился на ней по расчету, только с целью получить российское гражданство. Кроме того, Нина узнала, что у мужа на родине есть невеста, которая отпустила его на заработки в Москву, а сама ухаживает за престарелой мамой Олега. Мы же с тобой любим друг друга, но видно, пойми меня, пожалуйста. Ты, видно, вообще не понимаешь, что происходит. Ты пошла ты вообще к черту со своей матерью-убийцей и мужем-дегенератом. Ты что, вообще не понимаешь? Ты меня опозорила, унизила. Сибирячка Мирослава Жебровская вышла замуж за влиятельного московского бизнесмена. Мирослава живет в полном достатке. К тому же Георгий предложил молодой супруге стать лицом основанного им благотворительного фонда. Внезапно вся эта светская жизнь оказалась под угрозой. Георгий подал на развод. Оказалось, ему стали известны тайны из прошлой жизни супруги. Здравствуйте. Прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Малютиной Нины Борисовны к Малютину Олегу Сергеевичу о расторжении брака и о разделе имущества. Истец выдвигает требование оставить за собой полное право собственности на квартиру площадью 120 квадратных метров стоимостью 15 миллионов рублей, приобретенную в период брака, а также на автомобили иностранного производства стоимостью 1 миллион 123 тысячи рублей. Ответчик на развод не согласен, выдвигает встречный иск с требованием равного раздела имущества, нажитого в браке. В браке вы 4 года, детей у вас нет. Все правильно. Тогда, Нина Борисовна, вы, пожалуйста, суду изложите причину развода. Ваша честь, дело в том, что мой муж оказался самым обычным подонком. Мы познакомились 4,5 года назад в интернете. Я сразу в него влюбилась. Ну, естественно, я думала, это взаимно. Мы поженились, он переехал в мою квартиру. Я, конечно же, мечтала о детях. Жили мы прекрасно, но мне хотелось поскорее детей, потому что у меня все-таки возраст. А целый год мой супруг откладывал момент зачатия, не объясняя причины. Но, в конце концов, я просто поставила уже вопрос ребром, и тогда он мне признался, что он, оказывается, бесплоден. Да, Ваша честь, я бесплоден, но никогда от этого не делал никакой тайны. Моя жена еще до замужества знала об этом. И даже радовалась этому. Так... Знала? Знала. Еще когда мы начинали встречаться, она об этом знала. И ей это даже нравилось, так как она никогда не хотела детей, она относилась к такому понятию, как child free. Что ты несешь, Господи, Ваша честь, это абсолютная ложь. Олег, если бы я знала, что ты неполноценен, я бы ни за что бы не вышла за тебя замуж. Понимаешь? Нет, ну не говорите так, неполноценен. Мало ли, вы тоже не без недостатков. Есть же другие способы, и сейчас медицина на таком высоком уровне в этом направлении. Ну, может, вы не все попробовали? Зачем же хорошего человека? Ну, мало ли, у вас тоже, может, что-нибудь заболит потом. Да, я согласна. И на тот момент, конечно же, я его уже любила, и, конечно, ну, не могла его бросить. Ну что, он работал на стройке, а я занялась благополучием семьи. Я взяла под расписку своего приятеля 5 миллионов рублей. Расписка здесь прилагается. Я открыла свою небольшую фирму по строительству, точнее, по ремонту отделки квартир, домов. Фирма небольшая, но дела сразу пошли очень успешно. Первый месяц доход составил, точнее, первый год чистый доход составил 10 миллионов рублей. А второй год 15 миллионов рублей, и на нынешний момент доход составляет 20 миллионов рублей. Угу. Это уже за вычетом заработных плат, да, всех выплат. Да, это уже чистая прибыль. Да. Ну хорошо, у вас чистая фирма прибыль, хорошо работает, вы молодец, молодец. Да, да, я старалась. Ну и...
все было хорошо, пока я, молодец, старалась, а вот мой муж возомнил себя олигархом и в один прекрасный момент просто изменил мне с какой-то шмарой в нашей квартире, в нашей кровати. Естественно, я была унижена, подавлена. Я выгнала его из дома, он уехал в Таджикистан. То есть вы прям зашли и увидели, что... Да, да, совершенно верно. Я поймала с поличным. Можете представить мое состояние. Я выгнала его к чертовой матери, он уехал в Таджикистан. А, жил там 2 месяца, умолял меня простить его, вернуть. Я настаивала на разводе. Но, признаюсь, да, откладывала с документами на подачу на развод. Так как все-таки была влюблена, я за это время приобрела квартиру. То есть практически вы в вашей семье были основным добытчиком. Да, плюс, конечно, все сбережения вашей семьи – это были деньги, которые вы сами зарабатываете. Плюс вы еще и квартиру купили. Да, конечно. Как раз, которую вы собираетесь вот как-то поделить. За время, что мы не общались, за эти 2 месяца я приобрела квартиру, так как я не могла находиться в прежней квартире, где этот гад мне изменял. Вот, но спустя 2 месяца я все-таки простила его, когда эмоции улеглись. Я простила его, он вернулся, мы договорились не возвращаться к старому, и жизнь, можно сказать... Вернулся в новую квартиру, к новой машине, все хорошо, да, все на месте. Да, да, Ваша честь, угу. я согласилась на это, да. Ну, и все вроде вернулось в свое русло, пока я не услышала случайно его разговор с его матерью. Это случилось сразу после приобретения им гражданства. Он же у нас из СНГ. Угу. А до этого он не был гражданином России, нет, да? Нет, он из Таджикистана. Угу. Он а откуда вы? Я родился в Таджикистане, Ваша честь. Таджикистан? Да, все верно. Он из Таджикистана, а сейчас вы да. уже гражданин России. Правильно, да. Конечно. Да. И что вы услышали? Своей матери он говорит, что он наконец-то может от меня избавиться, что он больше не обязан меня терпеть. Гражданство по упрощенной схеме он получил. А при этом, понимаете, он назвал меня уродиной, старухой. Я всего на 5 лет старше тебя. Ваша честь. А также он настаивал на разделе имущества. Ну, своей маме он говорил, что он будет настаивать на разделе имущества, приобретенного... А вы подслушали этот разговор, да, получается? Да, я случайно услышала этот разговор. Я представляю, как вам было больно и неприятно. Совершенно верно. Угу. Да. Он настаивал на разделе имущества, нажитого со мною в браке. Фиг ты чего получишь, понял? Ваша честь. Имущество. Данная... Это все мое. Квартира приобретена на деньги фирмы. Ты лжешь. Когда мы жили раздельно. Хорошо, истец. Ну, давайте, вашей стороне предоставлена возможность. Была теперь стороне ответчика. Представляется возможность высказаться. Вы возражаете, Олег Сергеевич, против сказанного вашей супруги? Да, ваш суд, уважаемый суд, я возражаю. Данная квартира была куплена на деньги фирмы. ИП. Которая говорит жена моя. Ну, так и она это говорит. Но в нее, в эту фирму, мы вложились поровну. То есть, и поэтому и квартира должна быть разделена также поровну. То есть, деньги были, часть моих денег, часть моей жены. Угу. Это когда фирма создавалась? Да, все верно, Ваша честь. Вносили. Да. Но дальше-то фирма развивалась? Да, дальше фирма развивалась. Когда она создавалась, там баланс был ноль. Да, но фактически... Вы считаете, значит, что вы акционер, да? 50% стоимости акции этой фирмы принадлежит вам. Я правильно вас понимаю? Да, смотрите, когда фирма создавалась, я еще не был гражданином Российской Федерации. Угу. Я не мог ее зарегистрировать на себя. И она была зарегистрирована на мою жену. Угу. Она как домохозяйка. Но она домохозяйка с полным пакетом акций. Так. Домохозяйка, ни хрена и москвичка. Подождите, мы были муж и жена, у нас все было общее. Угу. Как-то фирма общая. Угу. И смотрите, какая ситуация. Я по образованию инженер. Угу. Я непосредственно руководил этой фирмой. Но так получилось, что на предыдущем этапе не было возможности зарегистрировать на меня. Я понимаю. Я не был тогда гражданин Российской Федерации. То есть вы работали на этой фирме и руководили ей, и все сотрудники это сейчас нам подтвердят, да, в случае чего. Конечно. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а вот что про вот эти вот 5 миллионов рублей вы говорите? Ваша супруга говорит, что 5 миллионов, как я понимаю, у вас есть эта расписка, да? Да, у меня есть расписка. Сейчас вы передадите через приставы. Значит, ваша супруга говорит, что 5 миллионов были переданы другом.
под расписку. А вы говорите, что это не так. Я впервые слышу об этой расписке, ничего не знаю, к сожалению. Ну вот вы второй раз слушаете. Есть расписка перед на 5 миллионов. Сейчас вот мы эту расписку найдем. У меня была бабушка, у нее была квартира в Таджикистане. Я ее продал и вложил 2,5 миллиона в эту нашу фирму. Ваша честь, у меня мама заболела, и мне пришлось на 2 месяца уехать в Таджикистан и ухаживать за ней. В этот период времени я согласен, что я не общался с моей женой, но не общался не потому, что я не хотел. Она не брала трубки, она обиделась, она не хотела, чтобы я уезжал. Тогда были у нас более-менее хорошие отношения. Угу, факт супружеской измены был. Да, я обиделась. Нет, она обиделась, видно, за дело. Я обиделась. Это неправда, это ложь. И что ты сейчас сочиняешь про больную маму? Ты уехал туда, просто тебе некуда было деваться. Я тебя выгнала, потому что ты мне изменил. Что ты сейчас тут козленочком прикидываешься? Мама у него больная. Это все ложь. Ваша честь. Ты больной. Я сходил к юристам специально перед этим моментом и узнал, что когда супруги проживают раздельно какое-то время, судья может всю недвижимость и все имущество... Расскажите мне, что я могу поподробнее. Я запишу с вашего позволения. Подготовился. Давайте так. Вы будете сосредотачиваться на своих исковых требованиях, а уж мы как-то с этим разберемся. Так, ну вы любите сейчас свою жену? Я любил и люблю свою жену. Развода я не хочу. Никакого телефонного разговора не было. Это все ложь. Кого ты любил? Когда? Ты, когда мы с тобой только познакомились, ты десяток москвичек обрабатывал в надежде... Простите, пожалуйста, а зачем, как вы считаете, вашей супруге придумывать о том, что она слышала этот разговор? Чтобы получить всю недвижимость себе. Чтобы всю квартиру себе получить. Конечно, потому что это заработанное все мною. На самом деле, жена затеяла этот развод не потому, что она меня любит или не любит, потому что у нее есть любовник. Угу. О ком идет речь? Я не знаю, ваша честь, но месяц назад мою жену как будто подменили. Она сказала то, что у нее появился кто-то другой, и что нам надо расстаться. Я вообще считаю, что это и он все подстроил. Подождите, этот так развод. Это вам жена сама сказала, что у нее есть другой мужчина? Да, месяц назад? Да. Так. Угу. И сказал, что нам надо расстаться. Я считаю, что это все он придумал, этот развод. Потому что моя жена не могла такого додуматься. Подтверждаете, опровергаете? Конечно, я опровергаю это. Ну ты вообще сказочник. Прям такие таланты пропадают. Тебе надо было не на инженера-строителя идти, а в театральный. Ваша честь, я могу подтвердить это, то, что я прав. Я хочу пригласить свидетеля Сергея Громова. Это мой хороший друг. Он хорошо, в курсе всех наших отношений. Хорошо, со стороны ответчика заявлено ходатайство о вызове Громова Сергея Анатольевича. Приглашаем его в зал. Позор, врешь, просто. Врешь суде. Да ты что, врешь суде, а ты не врешь? Сочиняешь ходатайство. Это моя фирма. Я ее полностью с нуля разбил. Проведи, кроме как моя Здравствуйте, фирма, моя Сергей фирма. Анатольевич, проходите, Добрый пожалуйста, день. Занимайте место рядом с Олегом Сергеевичем. Скажите, вы давно знакомы с Олегом Сергеевичем? Ну, что я могу сказать? Конечно. Это мой лучший друг Олег, я с ним с детства знаком. Мы с ним вместе в Москву приехали покорять. Вот. Я, Олег, что подумал? Ты знаешь, бросай ты свою жену. Как бы ты ее не любил, как бы ты к ней не относился, она тебе не нужна. Зачем? Она же москвичка. Она к нам относится как к разменному товару. Она считает нас приезжими. Понимаешь? Я не знаю, зачем унижаться, зачем что-то просить? Ну пусть она подавится своими деньгами, если она так хочет эти деньги. Ты же мужик. Серега, какие тут деньги? Вот именно, честь моя. Это я все сделал. Это я создал фирму. Я ее с нуля развил. Ты вообще что такое говоришь? Да ты меня защищать должен так был. А что ты делаешь? Я тебя и защищаю. Ты же умный парень. Ты же умный парень. Ты еще себе заработаешь, наживешь. А она пусть останется с этими деньгами. Тебе зачем? Зачем унижаться? Вот ты друга послушай, друг умнее тебя. Послушай друга и постарайся сохранить еще хоть каплю достоинства. Все, сейчас все против тебя. Чего ты позоришься? Я знаешь, что знаю? Что у тебя на протяжении всего нашего замужества была любовница в Таджикистане. Была и есть. Блаженная, что ты несешь? Чего я несу? Струпина Ирина, тебе не знакома? Ваша честь, я поясню. Когда мы только поженились, я приобрела 2 сим-карты на свое имя. Одной из них пользовался этот голодранец, и мне не составило труда взять распечатку его звонков. И что я там обнаружила?
он все это время общался с некой Струпиной Ириной. Они каждый день созванивались. Естественно, это у меня вызвало подозрение. Я связалась с ней, и она все подтвердила. Она может и в суде это подтвердить и рассказать, какие у них были взаимоотношения. Так, ну давайте тогда ее выслушаем. Тем более, что вы ходатайствовали о вызове Струпиной. Струпина явилась. И Ирина Алексеевна сейчас у нас в зал проходит. Ты же знаешь, кто такая Ирина. Что я вообще с ней не общаюсь. Ты не оправдывайся перед ней. Так ты что такое говоришь? Вы свидетель Струпина? Пойдемте. Деньги, что ты несешь? Его унижать, он и так униженный. Здравствуйте, Ирина Алексеевна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы знакомы с Олегом Сергеевичем? Естественно. У нас 7 лет отношения. Расскажите об этом поподробнее, пожалуйста. Ну, я думала, что это тип любовь. А потом я отпустила его где-то примерно лет 5 назад в Москву на заработки. Мы, естественно, связь с ней теряли. Ежедневно мы созванивались. И ежемесячно он присылал мне по 40 тысяч рублей. Вот есть доказательства. А когда он приезжал на родину, то мы с ним строили совместные планы. И он говорил, что заберет меня в Москву. И у нас будет свадьба. Я даже как дурочка выбирала себе платье. У вас детей-то нет? Нет. Ага. Я выбрала себе платье. Но потом, когда мне позвонила Нина и сказала, что она его нынешняя супруга, я, конечно, обалдела. В итоге, получается, он обманывает нас двоих. Но она его супруга в России, а вы супруга в другой стране. А у нас сколько там стран? 162 страны. Если бы я знала, что он женился, безусловно, я бы его бы на пущенный выстрел к себе бы не подпустила, потому что я очень брезгливо. Уважаемый. Олег Сергеевич, скажите, вам вообще знакома свидетель, которая появилась в зале? Она мне знакома, но в другом аспекте. Это все ложь. Я хочу вызвать... В другом аспекте? В другом аспекте. Я хочу вызвать ее... Я хочу вызвать свою маму свидетелем, Екатерину Васильевну. Маму какого свидетеля? Мою маму вызвать. А, вызвать вашу маму. Да, и она все подтвердит и расскажет, откуда вы деньги. Екатерина Васильевна Малютина. Да, все верно. Правильно? Малютину приглашаем в зал. А, вы свидетель Малютина? Да. Пройдемте. Такую чушь несешь в суде. Чувствую. Так а зачем унижаться? За денег унижаться. Олег, ну что? Подумаешь. Мы живем еще. Добрый день. Здравствуйте, Москву Екатерина покорили. Васильевна. Проходите, пожалуйста. Вы, как я понимаю, мама Олега Сергеевича, да? Да. Екатерина Васильевна, что вы можете сказать по поводу семейной жизни вашего сына? Про 40 тысяч расскажи, пожалуйста, мама. А, да. Про 40 тысяч? Про какие, простите? Ну, про деньги, которые рассказывала. Вы принесли документы. Это документы, подтверждающие платежи? Да. Пожалуйста, через приставы передайте их. Ежемесячно мне присылал деньги по 40 тысяч. Так, это ежемесячные переводы по 40 тысяч рублей. Да-да, Ваша честь, я направлял эти деньги, но не как любовница, а как сиделки. Человеку, который ухаживал за моей мамой. А мама это подтвердит сейчас. То есть в качестве оплаты? Конечно, да, Ваша честь. Сын ежемесячно отправлял Ирине Струпиной 40 тысяч рублей. Это была ее зарплата, потому что живу я одна, и самочувствие у меня очень плохое. Поэтому сын договорился с ней, что она, как соседка, будет присматривать за мной, а он оплачивал ее услуги. В услуги ее входило условие работы – ходить в магазин, готовить, убирать квартиру. То есть весь мой быт она взяла на себя. Екатерина Васильевна, ну зачем же вы врете? Какая зарплата? Я же за вами ухаживала безвозмездно. Вы же для меня, как родная свекровь, почти мама. Что ты врешь? Ваша честь, да, я звонил на ее номер, но по другой причине. Моя мама пожилой человек, вы видите, ей тяжело. Я попросил Ирину, чтобы она сходила на рынок, купила сим-карту, зарегистрировала на себя, купила телефон, вставила сим-карту в телефон и отдала моей маме, чтобы я с ней созванивался. Да, Ваша честь, телефон Ирина сделала мне, вставила сим-карту в новый телефон, и я пользовалась им. Я старый человек, и мобильный, я не продвинута. Заниматься всем этим телефонными делами для меня даже стрессово. Ну, а насчет того, что интрижка с моим сыном, Ирина говорит, тут я не могу ничего сказать. Она была интрижка, но... 13 лет назад, когда они школу закончили. Да, Ваша честь, когда я был подростком, я встречался с Ириной. Да и Серега с ней мутил.
Молодости. Да и Серега сейчас к ней захаживает. Я буквально два дня, как приезжает из Москвы, буквально два дня назад, утром, рано, я сама видела, как он выходил из нее, из ее квартиры. Да я как к подруге зашел, школьник. Подождите, подождите, что значит два дня назад? Ты что, ночевал у нее? Да я на родину ездил, никому не ночевал, как к подруге к школьной зашел и все. Что тут выдумали-то, я не знаю. Что придумали-то? Никому ничего не было у нас, ничего ни с кем. Значит так, я с Олегом никогда не спала, я всегда была сиделкой его мамы, а вот с этим вот уродом я периодически посапываю. Да кого вы слушаете, Нина, ты посмотри, она полоумная какая-то. Чего ты говоришь-то? Я в шоке, это правда? Да какая это правда? Ты посмотри, она вообще какую-то ерунду говорит. Ты посмотри на нее, то она с Олегом спала, то теперь она сама. А за хорошие деньги, которые ты мне платишь, на которые я купила хорошую, красивую шубу, ты попросил... То ли я плачу. Ты попросил меня, чтобы я рассказала Нине, что я сплю с ее мужем, и у нас любовь. Чего ты? Да-да-да, так что, моя дорогая... Олег, ты кого слушаешь? Ты другу-то веришь? Вообще-то посмотри, мне кажется, она специально нас рассорить хочет. Серег, ну буквально несколько дней назад ты мне сам сказал, что ты нашел себе богатую. Господи. Так это богатая, оказывается, моя жена? Да! Да, это, да, твоя жена, понятно? Потому что я люблю как ее! Не... Да отвали ты от меня, уберите свои руки от меня! Кто ты ко мне привязался? Порядок в зале. Попользовался ей, дай себе другим попользоваться, понял? Я призываю к порядку в зале суда. Так, Нина Борисовна, это правда? Скажите, какие у вас отношения с Сергеем Анатольевичем? Ваша честь, я отказываюсь отвечать на этот вопрос. Он буквально недавно был в моей постели и говорил, что она фригидна и уродлива. Ничего я такого не говорил. Нина, я не мог про тебя такого сказать. Скажите, а вы весь развод-то затеяли из-за своих отношений с Сергеем Анатольевичем? Именно то, что вы полюбили другого мужчину, это и является основанием для расторжения брака, да? Да, Ваша честь. Все затеивалось из-за него. Он смог втереться ко мне в доверие, настроил меня против мужа. Что сделано, то сделано. Я не хочу из них никого больше видеть. И разбитую вазу, как говорится, не склеишь. Я настаиваю на разводе, я хочу остаться одна и хочу пожить одна. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Нин, господи, ну я тебя люблю, ты... Ну, я люблю тебя, но не может быть. Далее в программе. Мы же с тобой любим друг друга, ну пойми меня, пожалуйста. Ты, видно, вообще не понимаешь, что происходит. Ты пошла ты вообще к черту со своей матерью-убийцей и мужем-дегенератом. Ты что, вообще не понимаешь? Ты меня опозорила, унизила. Сибирячка Мирослава Жебровская вышла замуж за влиятельного московского бизнесмена. Мирослава живет в полном достатке. К тому же Георгий предложил молодой супруге стать лицом основанного им благотворительного фонда. Внезапно вся эта светская жизнь оказалась под угрозой. Георгий подал на развод. Оказалось, ему стали известны тайны из прошлой жизни супруги. Ниночка, ну я тебя серьезно, я тебя люблю. Не слушай, не любит он тебя. Попрошу тишину в зале суда. Прошу всех садиться. Оглашается решение суда. Иск о расторжении брака удовлетворить. Брак между супругами расторгнуть. В первоначальном иске о разделе имущества по предложенному варианту супруги отказать. Удовлетворить встречный иск супруга о разделе супружеского имущества. Произвести раздел супружеского имущества. Признать за каждым из супругов право собственности на 1/2 доли квартиры. Передать автомашину в собственность супруга. Взыскать с супруга в пользу супруги денежную компенсацию за супружескую долю в размере половины стоимости автомашины в сумме равной 561 500 рублей. Вам понятно? Да, то есть половину суммы за автомобиль вы должны будете вернуть супруге. А квартира разделена пополам. Решение суда вам понятно? Обжалование в установленные законом сроки. Судебное заседание объявляется закрытым. Прошу всех встать. Мама, все хорошо? Не волнуйся. Ой, ну куда ты бежишь? Пожалуйста, не бегай. Ты серьезно говоришь, Нина? Пожалуйста. Не переживай, все хорошо. Нет.
Здравствуйте, прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Жебровского Георгия Петровича к Жебровской Мирославе Сергеевне о расторжении брака. О разделе имущества в равных долях загородного дома площадью 225 квадратных метров и земельного участка площадью 0,9 гектара общей стоимостью 14 миллионов рублей. Ответчик исковые требования не признает. В зарегистрированном браке 3 года, детей нет. Все верно? Все верно. Хорошо. Георгий Петрович, причину развода укажите себе. Я не могу жить с этой лживой дрянью, которая на протяжении 3 лет делает из меня идиота. Я же тебя объясню. Давайте не будем сейчас оскорблять никого, просто спокойно суду излагайте обстоятельства. Я вам расскажу, как все было. У моей жены есть банковская карта, которой пользуется только она. И как-то раз я решил разобраться с финансами. И обнаружил, что она периодически этой картой расплачивает в каких-то бюджетных магазинах. То дешевые продукты покупает, то бытовую химию, то еще какую-то ерунду для дома. Ну, в принципе, я задумался тогда, потому что у меня свое дело, я хорошо зарабатываю. Мы мало того, что по таким дешевым магазинам не ходим, у нас и, в принципе, это закупками занимается домработница. Ну, она экономит, нормально, ничего страшного. Какую-нибудь пластмассовую ерунду не надо покупать в дорогом магазине. Можно купить и в дешевом. Ничего страшного, они одинаковые. Я узнал другое. Я проследил за ней очередной раз, когда она пошла в магазин. Увидел, как она выходит из магазина с сумками, полными еды. Проследил за ней до самой, ну, до дома, до многоэтажки какой-то. Увидел, в какую квартиру зашла. И все, и звоню ей на мобильный телефон, спрашиваю, ты что, ты где? Она говорит, я в солярии загораю. Я же тебе объяснила все, ну зачем? Думаю, ну захожу в квартиру, захожу в дом, вы звоню поняли, в квартиру. Вы поняли, что она вас обманывает? Так. Да, я понял, что она меня обманывает. А вы около этого подъезда прям стоите? Да, я около подъезда, я видел, как она зашла в квартиру. Захожу, звоню в квартиру, а там открывает какая-то незнакомая женщина. И при виде меня падает в обморок. А в результате выясняется, что это мать моей жены, которая, с ее слов, умерла несколько лет назад. Я все готов понять и простить, но это перебор. Я привык, когда люди близкие... Я не могла по-другому. Я привык, когда близкие люди должны друг другу доверять. Ну ладно, мы разобрались бы с причиной, но это же не любовник. Мать помогает матери, чего-то купила, принесла. Нельзя врать, нельзя обманывать. Когда была жива моя первая жена, у нас вообще никаких секретов друг от друга не было. Я 4 года назад похоронил свою жену, и у меня остался взрослый сын. Он, в принципе, уже женат, и у него своя жизнь. Я, как приличный человек, год продержался в трауре, ну и потом решил себе найти вторую половину. Не то чтобы по каким-то там брачным агентствам, но просто стал обращать внимание на женщин, которые встречались на моем пути. И так я познакомился с Мирославой, которая работала в фитнес-центре администратором. И мы понравились друг другу, начали встречаться. И тогда как раз она мне рассказала, что в Москву переехала 2 года назад из Красноярска. И якобы у нее умер и отец, и мать погибли при пожаре. Ну и, в принципе, мы не возвращались больше к этой теме. После того, как мы сыграли свадьбу, я привез ее в свой особняк. Сделал ее домохозяйкой, но, в принципе, по дому ей ничего не приходилось делать. Для этого у меня есть специально нанятые люди. Она чисто занималась собой, сопровождала меня во всяких мероприятиях. И чтобы она дома не заскучала, я посвятил ее в дела своего благотворительного фонда. Сделал ее лицом этого фонда. И, в принципе, жили мы 3 года нормально. Я даже ребенка думал сделать, завести. Но, к сожалению, вскрылось это вранье, и все рухнуло в один момент. Я предложил ей развестись. Но она отказалась. Поэтому, Ваша честь, я прошу дать нам развод и разделить наше имущество. Это дом 225 квадратов и 9 соток в Подмосковье. Там общей стоимостью 14 миллионов. Ну, хорошо. Ваша позиция понятна. А вы, Мирослава Сергеевна, как я понимаю, не хотите расставаться? Ну, нет, конечно. Ну, да, я соврала. Каюсь. Ну, Гоша, ну, согласись, оно того не стоит. Ну, это такая глупость, Ваша честь. Просто в свое время, ну, просто я очень стыжусь свою маму. Почему я не могла просто... Почему вы стесняетесь свою мать? Ну, да, папа у меня умер, но это произошло не совсем обычным образом. У меня мама его убила, в общем. Ее посадили в тюрьму. Я...
не могла этого всего рассказать Гоше. Тем более на тот момент, когда мы с ним познакомились, я, естественно, и предположить не могла, что там, до свадьбы все дойдет. Да? Ну, то есть там познакомились, погуляли и так далее. Поэтому я решила просто умолчать. То есть вы не хотели портить свой портрет? Ну, естественно. Как бы. И мне была все-таки важна моя репутация. Да, зато моя тебе не важна. Ну... А потом, когда он мне сделал предложение, ну, мне уже было как-то стрёмно, я не знаю, сказать, что вот я тебе врала. Ну, и все, скажите, ну, как-то... пожалуйста, а как давно это было? Как давно ваша мама освободилась? Ну, если... Ну, где-то год назад вот она освободилась. И вы ее в Москву привезли? Да, да, привезла в Москву, потому что она очень болела. Не могла я ее оставить одну в Красноярске. Ну, и, соответственно, сняла ей жилье. А регулярно там... привозила ей продукты и тому подобное. То есть все нормально, все спокойно. То есть я бы, конечно, Гоше когда-нибудь бы рассказала, но не сейчас. И ну, вот это вранье, оно еще, ну, как бы основывалось еще на том, что я вот по его поведению, да, по каким-то его словам, я прекрасно понимала, как он относится к людям, которые отсидели. Он считал, что это люди низкого сорта, что с ними даже вот стоять рядом, это уже... Как оказалось, прав. Какой-то вот такой вот, такая вещь, на которую он никогда не пойдет. А я не могла сказать, что вот у меня мама отсидела, тем более еще из-за убийства отца. Ну, Гош, ну, прости меня, пожалуйста, ну, это же ерунда такое, просто. Такое, и, кстати, такое ваша честь, непощадь. Моя мама, она здесь, она готова выступить. Пригласите ее, пожалуйста, пускай она вот хорошо, подтвердит все. Хорошо, по ходатайству ответчика приглашается Карпухина ее мать, Карпухина Галина Викторовна. Свидетель Карпухина, пройдемте со мной. Ну, проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Галина Викторовна Карпухина, да? Ну, да. Встань. Галина Викторовна, скажите, пожалуйста, вы как считаете, вот брак вашей дочери должен быть сохранен? Да, Ваша честь, я считаю, что брак должен быть сохранен. Георгий, я вас умоляю, ради Бога, ради всех святых, простите мою дочку. Она так вас любит. Она так много рассказывала о том, как вы хорошо живете. Я не прощу себе этого развода никогда. Тем более, что я и так лишила дочку отца, который ее очень любил. Галина Викторовна, успокойтесь. Скажите лучше, а что там у вас произошло-то с мужем? Как так получилось? Ваша честь, все получилось совершенно внезапно. Он напился вдребезги, начал гоняться за мной со сковородками, начал избивать меня, и мне под руку подвернулся нож, но я его и зарезала. Так, 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 успокойтесь, успокойтесь. Чего вы сейчас разрыдались-то? Вы уже все это пережили давно. Скажите, ну, вы то знаете, есть вы практически защищались, да? Я не переживаю, да? Потому что суд был показательным, и на меня ополчились все его знакомые, он был довольно известным человеком у себя в городе. Вот, и поэтому мне дали целых 5 лет, и я все эти годы отсидела, честно, так мне и надо. Ну, 5 лет за убийство это немного. То есть суд учел то, что его поведение было соответствующим. Галина Викторовна, не вините себя сейчас. Хорошо, а после отбытия наказания, как я понимаю, вы вернулись в Красноярск, да? Нет, я не вернулась в Красноярск. Я хотела вернуться в Красноярск. Думала, буду ходить на могилу мужа, отмаливать свои грехи. Может быть, там Господь меня и приберет вместе со своими болячками. У меня ведь остеохондроз, варикоз, дистония, куча всяких болячек разных. Я же ведь дочке своей не рассказывала, когда мы с ней связывались из тюрьмы. Вот, моя сокамерница ей рассказала все, и дочка уговорила меня приехать в Москву. Ну, хорошо, Георгий Петрович, ну вот смотрите, пьяный мужчина нападает на человека. Берет женщину, первый попавшийся под руку, и его лупит. Так произошло. Здесь нет никакого криминального у нее прошлого. Это неумышленное действие. Вы, может быть, прислушаетесь, услышите эту историю-то. Пойдете навстречу, поймите свою супругу. Это не измена с ее стороны. Она просто боялась создать себе негативный портрет. Ну, чтобы ты обо мне подумал. В конце концов, мама же не наркотиками торговала. Я не знаю, ну, прислушайтесь. Это понятно все, но вы женщина наивное создание. Вы думали, я послушаю ее, разжалоблюсь к ней и к жене. Ну, все бы ничего, если бы она не была такой аферисткой, как ее дочь. Она ведь вам не все рассказывает. Так, и что же? Она не рассказывает.
Я узнал телефон хозяина, владельца квартиры, где живет теща. Так. Он мне рассказал, что в квартиру уже снимают 4 года. И угадайте, кто снимает. Это целая семья. Это муж, жена и еще ребенок. Я в шоке. Я ему показал фотографию своей жены. Показал фотографии своей жены. Так, он говорит, да, это та самая замужняя женщина, которая платит аренду. Подожди, дай я договорю. Я был в шоке, на самом деле. А моя жена, оказывается, живет двойной жизнью. У нее еще и ребенок, оказывается, есть. Вот это я не поняла. Нет. Поподробнее, пожалуйста. Это все не так. Все совершенно не так. Так, подождите, я еще один момент. Я узнал у владельца квартиры телефон ее мужа. Уговорил его приехать в суд. И прошу пригласить Зимина Юрия Анатольевича сюда. И пусть он расскажет сам про свою жизнь, про свою семью. Господи, знаете, у нас двоеженцы-то все-таки бывали, а вот чтобы двоемужицы... Хорошо, видите. Как зовут этого господина? Зимин Юрий Анатольевич. Хорошо, пригласите, пожалуйста, Зимина. А вы свидетель Зимин? Да. Пройдемте со мной. Сейчас тебе все расскажет твой муж. Здравствуйте, вы Зимин? Добрый день. А Зимин Юрий Анатольевич. Юрий Анатольевич. На кой ты вообще сюда пришел? Кто тебя сюда звал? Он приглашен в качестве свидетеля со стороны истца. Я представляю, что он сейчас тут наговорит. И это тоже участник процесса. Уважительно относимся к его показаниям. Мы слушаем. Так, насколько я понимаю, вы, Юрий Анатольевич, в каких-то отношениях состоите с Мирославой Сергеевной? Я ее бывший муж. Бывший? Да. Так. Прошу прощения, Мира, что пришел, но у меня тут без вариантов. Ага, я не хочу юлить перед твоим мужем. Мне здоровье дороже и вообще жизнь. А я тебя много раз предупреждал, что твои аферы боком повернутся для всех. Все всплывет, тебя выведут на чистую воду. Так, вот мы сейчас и выводим всех, на чистую воду. Угу. Расскажите, пожалуйста, какие у вас отношения, как вы живете, где живете? Да какие у нас отношения? Живем вместе, она квартиру снимает. А мы поженились с ней, когда нам было по 19 лет. Тогда еще ее папаша был жив, пока мамаша его не пришила. Не смей такое говорить. Мы потратили очень много денег на адвокатов, на всякие процессы. Там, соответственно, у нас практически ничего не осталось. Там жили на копейки. Она предложила ехать в Москву. Но я к такому повороту не готов был. Ну, для меня это слишком резко и тяжело. Она предложила развестись. Ребенка оставить себе, то есть мне. Чтобы я за ним смотрел, ухаживал, воспитывал. А она поедет одна. Ну, у такой телки шансов много в Москве устроиться. И она будет высылать нам деньги. А она говорила, кстати, где она брала деньги? А она не скрывала, что проститутка работает. Чего? Что ты вообще несешь? Ты что несешь? Скажите, пожалуйста, то вы знали, что она едет в Москву заниматься вот этим занятием? А что же я мог поделать? Это все ради ребенка. Ребенок у нас инвалид. Туда очень много денег нужно, соответственно, на лекарства, на процедуры. Потом она нас перевезла в Москву и потом свою маму туда притащила, привезла. Хорошо устроились. Хорошо, скажите, а вот сейчас вы в каких отношениях со своей бывшей супругой? Сейчас, ну она живет своей какой-то там богатой жизнью. Она живет своей жизнью, а вы поддерживаете отношения только что касается воспитания ребенка и содержания ребенка, да. Правильно? Да. У нее там какие-то фонды, она призывает туда деньги вкладывать, а на нас с ребенком ей вообще плевать. Совершенно. Ну, знаете, хотя иногда она приезжает ко мне, мы там ковыркаемся, а ей вообще это нравится. Хорошо устроился, а какого мне? Гоша, такого вообще нет. Я с ним после развода вообще ни разу даже... Мирослава Сергеевна, давайте тогда вы расскажите, а то вы говорите, нет, нет, вот это нет, вот это нет. Вот вы давайте, я вам предоставляю слово. Да, 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 я все расскажу. В общем... После того, как маму посадили, я уехала в Москву, потому что нужны были деньги. Ну, понимаете, да, ребенка нужно было как-то на ноги ставить. Я пахала на 4 работах. Но сразу скажу, Гош, я проституцией не занималась. Да, я была уборщицей, была посудомойкой. Чем я только не занималась, но никогда проституцией я не зарабатывала. У меня, если хочешь, даже свидетели есть. Вот люди, с которыми я работала, пожалуйста. А этот, он просто выкачивал с меня деньги. Он мне сразу сказал, что работать он не будет. А говорит, вы не работаете? Он не работает. Мне же за ребенком надо смотреть. А, смотрите за ребенком. Хорошо, продолжайте. Ответчик, продолжайте. И вот он мне сказал, то есть ты зарабатывай денежки, а я буду с ребенком сидеть.
Либо говорит, мы с тобой разводимся, ребеночка забирай себе, делай, что хочешь. Но, как понимаете, у меня выбора вообще не было. То есть родственников у меня нет, мама в тюрьме. Ваш муж про ребенка не знает, ребенка взять к мужу вы не можете, вот. Я нет, вас на понимаю. Тот момент его не было, я с Гошей не была знакома. А. То есть я, естественно, на все это согласилась, приехала в Москву, начала пахать, как вол, да, без сна, без ничего. И, соответственно, а этот, ему все мало. То есть он просто с жиру бесился. И в один прекрасный день он мне такой говорит. Я, говорит, вот хочу тоже переехать в Москву. Надоело мне, говорит, в этом нашем... Ну, грубо говоря, перевози, говорит, нас в Москву. Иначе, говорит, я его просто сдам в дом инвалида, говорит, там... Не хочу быть вольной царицей, хочу быть столбовой дворянкой. Это как будто только мой ребенок, да? Вот вообще никаких отцовских чувств, ничего. Понятно. То есть это их была инициатива переехать в Москву. И он вас заставил снять ему квартиру. Ну, с одной стороны, это хорошо, потому что я хотя бы с ребенком виделась. Вы ребенка видели. Так, вот, продолжайте. Но перед Гошей я ни в чем не виновата. Да, когда мы познакомились, я не могла ему всего этого рассказать. Ну, к сожалению, да, пришлось скрыть. А, но я хотела потом как-нибудь со временем, естественно... Слушайте, вы знаете, вы не сумку купили какую-то, а потом хотели скрыть от мужа и показать на Новый год. Это но ребенок. Просто понимаете, у меня как раз мама должна была скоро освободиться. Да. Она бы сидела с ребенком, я бы помогала с материальным. Это вы все придумали. Но ваш мужчина, если вы его уважаете, он обязан был это знать. Мне очень тяжело, но я даже рада, что вот это все происходит, потому что, наконец-таки, этот не станет из меня больше денег качать. Я смогу, наконец-то, с ребенком сама, да, находиться хотя бы. И Гоша знает правду. Я очень надеюсь, что ты меня все-таки поймешь. Mm-hmm. Ты ведь все-таки попечитель благотворительного фонда. Ты с высокой трибуны говоришь о том, что должны люди понимать друг друга, быть добры друг другу. Мы же с тобой любим друг друга. Ну, видно, пойми меня, пожалуйста. Ты, видно, вообще не понимаешь, что происходит. Ты пошла ты вообще к черту со своей матерью убийцей и мужем дегенератом. Ты что, вообще не понимаешь? Ты меня опозорила, унизила. Я тебя вообще ненавижу. Да как ты так можешь? Не тебе. Я думала, ты нормальный человек. Мы могли бы просто сесть, обсудить это, поговорить. А ты решил вот такую публичную порку, да, мне устроить. Не тебе. За что? Не тебе меня стыдить. Я из тебя, из пустышки, сделал солидную женщину. А вот твоя благодарность мне. Значит так, Мирослава никогда не была пустышкой. Мира, обойдемся без этих козлов. У тебя будут деньги, которые разделишь пополам с этим твоим Гошей. У нас в Красноярске есть квартира, есть дача. У меня остались деньги от бывшего мужа. Так что обойдемся. Гони ты от себя к чертовой матери давай этих обоих козлов, и Юру, и Гошу. А я-то здесь при чем? Я отец вашего внука. Я с ним столько лет сидел, воспитывал. Я не знаю, как ты с ним сидел, но жил ты, между прочим, тоже на ее денежки. И если бы... Да, кстати говоря, я тебе не говорила, я хочу тебе сказать вот что. Дело в том, что это не Гоша тебя вычислил. Это Юра сам пошел и сам Гоша наговорил про себя все. И предложил еще за это получить с него деньги. Между прочим, я слышала телефонный звонок. Во время этого звонка как раз-то и выяснилось, что... Чего? Да-да-да-да-да, был телефонный звонок. Юрка позвонил Гоше и предложил деньги. Юра, как ты мог такое про меня рассказать? Как ты мог меня вот так вот сдать? Ну, все же было нормально. Да, я сам Жамбровскому позвонил и все рассказал про тебя. А ты как хотела? У тебя там всякие фонды, бабки, в роскоши купаешься, а мне копейки какие-то присылаешь. А ты не работал А как ты хотела? Я ему позвонил, сказал, есть информация про тебя, стоящая, так мягко говоря. Но надо заплатить. Он, соответственно, согласился, но если я буду убедителен. А я ему все рассказал. Соответственно, он сказал, если ты меня убедишь, то я тебе 500 тысяч перешлю. Он мне сначала не поверил. А, потом убедился, перевел мне деньги, через недельку позвонил. Говорит, я подал в суд на развод, соответственно, она не хочет по своей воле разводиться. Давай придешь, будешь про нее всякие там гадости говорить. Сами видите. Скажите, а зачем вам эти деньги были? Этот ребенок меня уже достал. Я хочу на деньги Жембровского съездить отдохнуть. Тем более у ребенка и няньки он уже есть. Жена и
теща вам. То есть вот так вот, да? Так. Может, ты все знал и устроил вот эту публичную порку? Для чего? Ну, как ты думала? Хотя мне понятно, для чего. Из-за фонда. Чтобы наши спонсоры подумали, что я вот такая вот дрянь. И... Такая-то и есть. И вот этого, да, ты добиваешься. Скажите, пожалуйста, ваша супруга права? Вы решили ее скомпрометировать таким образом? Ну, вы знаете, я вообще, честно говоря, не собирался сюда идти. Я просто по своей наивности оформил фонд на свою жену. А там люди состоят в этом фонде, такие, которых я никак не могу подвести. А она отказалась по-хорошему мне возвращать фонд. И вообще быстро она себя хозяйкой почувствовала. Она даже понятия не имеет, каких сил мне это стоило создать такой фонд. Она там сейчас по СМИ вещает о всяких бедных детях, что им помогать нужно, нельзя их бросать. И спонсору жалобит. И люди верят ей и несут огромные деньги. А теперь... Благодаря судебному процессу, который покажут по телевизору, люди узнают, какая она лживая мразь. Проститутка и кукушка. Сам ты козел. Да. Что, спонсоры заберут деньги? Спонсоры заберут деньги, фонд развалится. А я создам новый, и люди будут работать снова со мной. Ну ты козел, конечно. То есть вот так вот, да? Ну знаешь, дорогой мой, ты одного не учел. То есть ты думаешь, люди вот этот твой поступок, они как расценят? То есть... Ты как себя-то выставил в этом свете? Ты решил меня оклеветать, да, вот это вот. То есть ты думаешь, это вот красит тебя, что ли? Конечно, нет. А я, между прочим, я все вот это, пускай это даже были не самые хорошие поступки, я делала ради своего ребенка. Я его не бросила. Я пытаюсь его вылечить. Я хорошая мать, понимаешь? И найдутся люди, которые поймут меня и помогут мне. Посмотрим, за кем фонд останется. И... Назло тебе. Вот именно назло тебе я еще буду счастлива. Вот увидишь. Mm-hmm. Мразь, блин. Разводите нас, ваша честь. Даже видеть его не хочу. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Прошу всех садиться. Оглашается решение суда. Иск о расторжении брака и о разделе супружеского имущества удовлетворить. Брак между супругами расторгнуть. Произвести раздел супружеского имущества. Признать за каждым из супругов право собственности на 1/2 доли загородного дома и на 1/2 доли земельного участка. Суд производит раздел загородного дома и земельного участка между супругами, потому что данное имущество было нажито ими во время брака. Решение суда вам понятно? Да. Да. Обжалование в установленные законом сроки. Судебное заседание объявляется закрытым. Ничего. Прошу всех встать. Получила? Да пошел ты! Я вас больше не хочу. Там.